развитие научного потенциала региона, организация комплексной научной экспедиции и основные направления дальнейшего сотрудничества. Об этом шла речь на встрече Егора Борисова с председателем Сибирского отделения Российской академии наук Валентином Пармоном. Руководитель региона напомнил, что эти вопросы рассматривались на его недавней встрече с новым президентом РАН Александром Сергеевым. Тогда речь шла также и о вопросах софинансирования из федерального бюджета и возможности создания в регионе координационного органа представительства Академии в целях эффективности и реализации стратегически важных проектов. Ну а на встрече с Пармоном стороны договорились продолжить обсуждение вопроса реструктуризации научных учреждений в начале 2018 года. Также вполне вероятна возможность подписания тройственного соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством научных организаций, Российской академией наук и Республикой.